Всем привет, друзья! Сегодня у нас в гости приехала вот такая вот штука. Это от компании NightyGo, GoFun, или как-то так она называется, от Xiaomi. Фишка здесь у нас либо кошелек, либо визитница какая-то. Но я так подозреваю, что это визитница. Она в такой вот красивой коробке. Я просто покупал кошелек еще от GoFun, но по весу, скорее всего, это визитница. Я еще не раскрывал, и сейчас мы вместе будем открывать и удивляться. Итак, давайте смотреть. Чик, открываем вначале. Вот такая у нас еще здесь сумочка. Вот коробочка. И в сумочке чик, вот такая вот небольшая карточница. Это типа, ну, я называю это кошельком, потому что там еще идет одна карточница от этой же фирмы и тоже с JD. Но я ее заказывал позже, эту я заказывал, наверное, недели 3 назад, то есть около месяца она шла. Вот такая вот маленькая портмоне. Очень удобно в таких портмоне носить летом, допустим, на пляж пойти взять кошелек, то есть чтобы не основной там с основными карточками взять, а вот такой вот кошелечек. Здесь у нас нет сверху, снизу никаких отделений, то есть здесь у нас получается одно отделение для какого-нибудь там документа, удостоверяющего личность, допустим. И здесь вот такая карточка еще вставлена, я не знаю, все на китайском, GoFun. Вот, здесь у нас два отсека, и вот здесь у нас два отсека для карточек. Давайте мы их вставим и посмотрим. В эти отсеки можно там сжатую вдвое, скругленную вдвое купюру вставить. Или вот так, и вот так. Получается одно удостоверение личности. И раз, два, три, четыре карточки сюда помещается. Ну или давайте возьмем купюру и попробуем ее вложить сюда. То есть в два раза мы ее свернули, она не подходит, то есть по размеру никуда не войдет. Но в четыре раза свернуть, и можно ее сюда вставить. Вот так это будет выглядеть. Вот такая вот тоненькая карточница. Прикольный у нее кейс. Подарочная такая коробка, красивая. То есть можно подарить ее кому-то в такой вот кошелечке. Приятном на ощупь она была завернута. Вот. И сейчас покажу, вот таким вот кошельком пользуюсь я в данный момент. То есть вот так здесь у нас... Вот так я ложу деньги, если нужны деньги с собой наличные, потому что у нас в стране, к сожалению, не везде можно рассчитаться картой, и периодически бывают нужны наличные деньги. И вот 4 тоже отсека для карт вообще, и вот мы можем карточки использовать, или очень тонко, давайте посмотрим, вот, по сути, по толщине... Ну, получается, это чуть-чуть толще, чем за счет того, что кошелькообразная форма. Вот, он немного толще. Но зато здесь есть отсек для удостоверения личности какого-то или документа какого-нибудь. На самом кошельке нету нигде уведомления, что это NightyFun. Думаю, что для кого-то это будет важно. Единственное упоминание об этом, это вот эта вот карточка и на коробке вот это GoFun. Вот. Но кому-то ж брендовость важна, поэтому я думаю, что это будет кому-то замечанием, что нету нигде никакого уведомления. Мне в принципе все равно, поэтому вот у меня этот кошелек GoHard, визитница, этот без опознавательных знаков, и только я буду знать, что это от GoFun Xiaomi. На этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь, до новых встреч и удачных покупок!